Я скоро так посиди, пока там будешь промотать, ей-богу. Ладно, грузимся, грузимся. Давай. Отлично. Ожидаю клиента. Ожидаю хоста. Давай. Синхронизация. Back home. It's nice to get back to my good old hideout. Some may find the decoration a little crude. I got all the comfort and equipment I need right here. Let me show you around, my friend. Как скажешь. Давай послушаем экскурсию, а потом займемся нашим делом. Давай. My favorite workshop. Where my experience allows me to become even more badass. Yeah, yeah, it is possible. Неужели? Ah, my workshop. With enough raw materials, I could build a shitload of stuff that would come mighty handy in the right situation. This cupboard could fill right up with anything I need to change my style of dress. Here's where we write the story. Or where I rewrite it. Ну да. Ну да. Так, нет, туда пока не идем. Дальше идет сюжет. Поэтому для начала нам нужно кое-что сделать, а дальше все будет изи. Оу. Окей. Мы продолжаем. У меня. Чувак, ты понимаешь, что я в наушниках. Я тоже как бы. Поэтому поехали. It's all well and good, but I got a contract to finalize with that salty old fart Efron. No doubt he's hanging around that beat up tavern east of Thoban. Ты читать будешь? А стоит. Если ты, если согласен, я буду, если нет, то пускай зритель читает на паузе. Ты тем более загрузка... Учитывая, как ты читаешь, лучше елки-палки, лучше молчать. Не слушай. Ты с такой интонацией просто это читаешь, что даже меня это пугает. Не слушай его, зритель. Ты знаешь, я могу нормально читать, если я в добром здравии, захочу. Настроении и а желании. Это очень... Читать. А это, чувак, очень-очень редкое явление. Ты мне уж поверь, я его не первый год знаю. Это очень редкое явление. Увы, зритель, да. Но я вынужден согласиться с этим утверждением. Но ты знаешь, иногда бывают хорошие дни. Но не всегда эти дни уходят на запись, да подтверждаю. Ну, короче, ты все понял. Вот такие. Выплюнь меня! Выплюнь меня! Выплюнь меня! Выплевывайся! Полочь! Шле! Так что, великая мудрость, и два дебила — это сила. Только за... Тюр! Thoban. A slum. A rotting corpse with perfume sprinkled on it. Goblin plague has ripped this place a new butthole. Now it's just a wet, stinking shanty town for scumbags. This vessel belongs to Ambassador Arsini. It's about the only thing still in working condition in Thoban since the Green Plague. I wonder what goodies are inside that thing. But for now, let's focus on me getting laid. Ah, paid. Ага. Что, сыканул, чувак, да? Думал, выкинул? Да, блин, это... Да, думал, да, если честно. What the fucking carnage poster? I always forget how the Green Plague... Ravaged this part of Thoban. Тут мы не того. Ну ладно. Я думаю, что мы не скатываемся, блин. Ну, зажми правую кнопку мыши и все. А-а-а! Ну ладно. Это и здесь работает. This town was a nice place before the plague got a grip on it. Ничего полезного больше нет. Used to be as busy as a whorehouse on payday. Хватит баловаться.
Come take a look. You can ring my bell. Ну-ка, позвони-ка в колокольчик. Иди нафиг. See you next time, Stitch. What? Did you get something? Uh-oh. Carnage Squad. I've got a deal for you, Goblin. My name is Styx, human. So you speak our tongue? Yeah, and I can also cut yours out. You speak to Captain Heledrin with respect. What's the deal, Captain? I want you to steal an ambassador's scepter. There'll be 10 times more if you help me, Styx. 10 times, huh? Блин, какой он симпатичный, а? Чувак, у меня вопрос. А ты какой тип графики сделал? Смесь. У тебя же на среднем стоит? Ну да. А что? Странно, у тебя... Не знаю, по ходу заставки у меня тянутся именно непосредственно, что на есть из тебя. Ну да, я ж сервер как бы. Но у меня, как бы сказать, заставки лучше, чем когда я играю один. Ну, я не знаю. ПС просил, а есть все. Ну уж прости, друг мой, прости. Нет, я так не... я не пойду. У меня, к сожалению, как ты знаешь, слабый процессор, поэтому в эту игру играть в коопе на высоком у меня вряд ли получится. Классно. Пойдем, вернее, получится, но и FPS, конечно, будет, мягко скажем, не очень. Найдем обход. Поэтому такие дела. Well, this is where the shitstorm begins. A shitstorm for anyone who gets in my way. А ты здесь? Так, тут уже враги, понял? Надо иметь аккуратность. Но иметь... Джеранимо! О, повезло. Так, там их трое, поэтому убить их это будет крайне сложной задачей. Поэтому я и иду в обход. Architecture of this town. What is that? Early fucked up period? I could almost believe that it was all designed to make my job easier. Да плюнь-то на них, пойдем. Только дальний может заметить. Плюнь-то на них, пойдем. Молодец. Но я жив. Хвалю. Но я жив. Я немножко не долетел, ты... но я жив. Блин, тебе придется тебе. Извините, что придется прикрывать тебя. Все возможно. А может нет, я мать. Я наверх иду. Все? Здравствуй, друг. Я вроде на месте. Yeah, puked up everything he had, and then he died. Then and there. Sad end. Well, I've still got things to do before going to sleep. See you tomorrow. Так, сколько вас здесь? Один. Два. А я второго не вижу. Где второй? А он там за колоколом на лестнице стоит. А, все, увидел его. Длинный обзор. Так, что, хочу его убить? What was that? А. Зря ты это делаешь, друг. Это опасно. Это крайне. What the? Damn it! This one is mine! Блин! Ну молодец! Он бы мог просто мимо меня пройти. Я стал невидимкой, но не видит в бочке. Ну я хотел просто успеть подбежать к нему и убить его, пока он тебя не заметил. Извини, я забыл, что ты можешь невидимым становиться. Ну я тоже, конечно, но... Я как-то про эту способность что-то завтыкнул.
Блин, как он не вовремя красным стал, а? Спасибо, ты отомстил за меня. Но я только при этом, блин, я потратил бы половину своей маны. Че? Нытик. Тебя, короче, бутылка. С тебя пузырь. В этой игре это актуально. Так, пройдем наверх. На всякий пожарный. Оу, тут еще двое. Может, с ними справимся? Да ну нафиг, блин, мы тут не ради головорезов. Нам за это не платят. Ты куда, блин? Я хочу посмотреть, там что пойти. Здесь. Ну ладно, а я попробую зайти в обход. Посмотрел, да? Чувак, если они сейчас поднимут, тревогу. Они не поднимут. Именно поэтому. Молодец. Хвалю. Хвалю. Это было умно. Не спорю. Аплодисменты в студию. Как говорится, неожиданность привела к хорошему эффекту. Блять! Ох, блин! Вот тут я сглупил, не спорю. Постой, 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 я должен его убить. Вот тут я сглупил. Вот тут я просто как-то постанарел, он меня запалил. Может, давай с этим двумя разберемся. Они так манят меня. Своим красным цветом. Ну иди разбирайся. Ну пожалуйста. Чувак, нам за это не платят. Слышь, Михалыч, удовольствие получать никто не запрещал. Пойдем, Валера. Стой, стой, сейчас я запалю. Тебя сейчас запалят. Да тебя сейчас запалят. Да? Не спрыгивай, да, сейчас... Прыгни, спрыгни лучше. Ну давай, разбирайся с ним, ты можешь. Молодец. Так, кто еще здесь есть? Сколько у вас тут осталось? Один? Ух ты, два, три, четыре. Так, пойдем-ка лучше поверху, ну его нафиг. Согласен. Идти по крышам — это всегда самый логичный вариант. Так, вот еще один. Где тут, если честно? Apart from goblins. If only we could wipe the vermin out once. Hey! Anybody there? Молодец. Так, типа мы избавляемся от трупа. Уносим, уносим, уносим. Здесь кину где-то. Приму дозу. Так, немножко отравим пищу, дабы кто-то ее еще съел потом. Приму вторую дозу. Приму вторую дозу. Окей. Так, тут еще что-то есть полезное для меня? Вроде нет. Так, еще один хрен входит. Он свое уже доходил. Окей. Полезного ничего нет. They call this a town. Three shacks and two stalls. Smells a little like budget cuts to me. I take my orders from the guild. Now go home. And how do we get the stalls ready for the morning? Well, the same crap as yesterday. Так, не, кислотную бочку трогать я нафиг не буду. Hey, where's my convenient pile of straw? Where am I supposed to jump to? Это лишь поднимет ненужный шум, потом начнется настоящая облава, так что ну его нафиг. Не пались. Я ж на крыше. Или неужели какая не разница? Они мне и на крышу убьют, да? Они тебя могут убить, ты же на свету стоишь. Пусть даже если они убьют мелькание тени, они все равно это могут заметить. Блин. Прискорбно. А я смогу добраться как-то по-другому? Погоди, я хочу вырубить колокольни. Одну колокольню. Тут меня палит. Не вздумай. Фу-фу-фу. Он тебя палит там. Блин, сука, он на балконе стоит. Тебя запалил. Гребаная сука. Блин. Молодец.
Да, словил пулю в задницу. Я не смотрел назад, если чё. Блин, так все красиво было бы. Ну серьезно, вот из одного гребаного урода. Чувак, если честно, тебя бы даже слепой убил под лунным светом. Чисто клише. Чисто клише, что не ночь, так полнолуние. Да. Я так думал, сейчас красиво вырубить эти колоколы. А если они будут ими звонить, то будет очень круто. Но в итоге не вышло. Ладно. Пройдемся. Бля, ты меня испугал. Подожди, стой. Один палит. Видимо, мои чёрты... Блин, да почему ты не прыгнул? Я лучше подожду, пока ты возродишься. Ага. Почему он не прыгнул? Я же вроде бы все правильно сделал. Чувак, игра немножко в некоторых моментах печальная, так что не обращай внимания. Просто получай удовольствие. Бля, ну я снова пришел. Вот это меня чуть не запалили. Тихо. Не вздумай заглянуть. Все-таки запалили. Я стул случайно толкнул. Не вздумай, не вздумай заглянуть. Не вздумай. Nothing to report. Фу, слава яйцам. Так, один. Второй здесь. Тихо. Вот ты там наверху, палец. у тебя обзор лучше, что лучше сделать? Один, два, три. Где-нибудь. Можно до шкафа добраться? По команде. До шкафа? Да, по команде, только по команде. Если меня не запалят. По команде, блядь, когда тебе скажу, иди в шкаф. Ага. Пошел. Убьешь охранника по команде. Ага. Не смотри в окно или в дверь, что там смотришь. По команде. Черт, как он, этот, блин, ублюдок не вовремя ходит. Ты не можешь убить того, вот этого, что стоит, и заныкать его по-быстрому в ящик? Могу, мне тут... Хотя, да, вариант. Ну, я, кстати, это не факт, что сработает, но... Мало ли. Бегом прячь, он идет сейчас... Не, сейчас он смотрит. У тебя есть время. Ага. Я не могу, у меня запалят. Чувак, на тебя вся надежда. Ты сможешь его убить? Ну, если мне сейчас высветит... Тихо, там один ходит. Ладно, я трупак положу, здесь его все равно не запалят. Так, где он там? Вон он там ходит. А, он один так, же, да? Тут... Да, 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 он тут только один. Так, а, понятно. Было эпично. Было геморройно. Так, горячим телом. А
отравляю еду. Вроде все изи. Дирижабль! Блин, а мы так не сможем забраться. А, нет, подожди, сможем. Подожди, не открывай двери. Да я и не собирался, а ты куда? Я срежу. Мне за тобой? Или как? Как хочешь, блин. Какой у тебя план, мой темный друг? Добраться повыше. А. Смотрел фильм? Вид сверху лучше. Нет, не смотрел. Блин! Чё, сикотно потрох. Стало? Сучи потрох, ты меня напугал до усрачки. И слишком высоко нельзя убить. Жаль. Я не гордый, я тебе сам спущусь. Ну, как скажешь. О, иди сюда. Да, я тоже об этом подумал. На всякий пожарный. О, тут еще все круче, бать. Еще выше? Нет. Пройдем без палева. Тень от горы нас прикроет. Изи. Стелс. Стелс. А вот теперь лишь бы только сейчас не палиться. Так, в окнах никого, в окнах никого. Вроде бы никого. А не, один, ну, под низом он один. Да не, мне сейчас, наверное, вот этого вот. Тихо, палево. Нету палева. Фу, повезло, не успел среагировать. Одного ты уже заныкал, да? Да, я уже его заныкал. Ну, блин, подожди. А, ну вон где-то вот сюда, в тенечек. В тенечек тебя, вот так вот. Отдыхай, друг. Так, погоди. Да пригнись ты, блин, ты штопаешь, блин, какое-то слово потам. Есть такое. Так, сверху, я так понял, бродят, да? Нет, сверху мы там никак не пройдем. Так, тут еще у нас есть... Чем сверху мы пройдем, только по лестнице. Да нет, дело не в этом, нам нужно быть на другой стороне. Так-то. А. Так, тут один, второй смотрит сюда. Тут только двое. А ты, как обычно, поднимаешься хренким путем. Он Traders doing business. Нихуя меня еще пока не спалили. I love it. Да, но зато ты панику понял, красавчик. Guess this won't work anymore. They're not gonna load anything after this alarm. Oh shit! I think I better get out of here. Блин. Дирижабль улетает. Все, ты поднял сильную панику. Да. Красавчик. Ну тут ты сам виноват, тут ты сам провтыкал. Блин. Я старался вести себя по-тихому и вроде бы еще ни разу не спалился. Ладно. Да неужели? Ну, по крайней мере, я имею в виду здесь. Я стараюсь по-тихому все сделать. Насколько это возможно, зритель. В моих упоротых силах в данный момент. Ой. Хотел. Ты умер? Что ты сделал? Что ты натворил? Я не хотел. Ты что сделал? Нет, я не умер, я случайно не атаковал этот, как его, колокол.
Я не хотел. Я все, конечно, понимаю. Но ты, Денчик, это Денчик. Да ладно, тебя с кем не бывает. Со мной. Ядрец! Недолет. У меня не получилось. А, ты умер? А шанс, да, а шанс был бы хорошим. Надо пониже спуститься. Так. Блин. Там двое. Погоди, да. Надо полностью все себе силы восстановить. Силы восстановить тоже мне. Ох. Я пока экономлю. Все равно ты моя ходячая возрождалка. Так. Этих ублюдков двое. Один смотрит все время сюда, один ходит. Да. Печально. Так, а ты где? Ты сукин сын. Ох. Я долетел. И без короче, спалива. Ну, блин, если бы я раньше сделал, я просто слишком высоко поднялся, потому и спалился. Чиха. Нет! Нет! А как ты меня запалил? Нет! Я промолчу. Погоди секунду, сейчас кое-что сделаю. Теперь все изи. Не упал, жаль. И сейчас нас запалят. Couldn't find anything. He must have left. Да, чувак. There's an intruder. Ты умеешь быть скрытным. Не на. Но, видимо, не сегодня. Идиот! За что ты цепляешься? Бу-а. Вот это ты, Стикс, просто... Краешку подойди. Я тоже сначала немного тупил. Если я сейчас упаду, игра будет... Ты будешь просто конченой в моих глазах. Он тупо за веревку цепляется. Ты... Нет, 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 все нормально. Я только собрался красиво прыгнуть, чтобы сейчас всех по-тихому убрать, но нет. Ты опять все испортил. Прости меня, брат. Я не знаю, что мной движет. Капец. Я сейчас могу реально всех по-тихому убрать. Тех, кто внизу именно здесь ходит. Теперь это, мягко скажем, невозможно. Да, прости его, зритель. Так же, как и меня. Как было когда-то выше. Я сегодня немножко туплю, Мы сильно уставшие, мы сегодня. Поэтому, думаю, мы сейчас собираемся записать две миссии. Надеюсь, к третьей миссии мы уже отдохнем и, собственно говоря, продолжим. Уже в более бодром состоянии. Ну а пока потерпи наши нубские выходки. Ты там где, блин? Я подождал, пока все успокоится, для того, чтобы сделать все как надо. Да блин, хватит их убивать, там быстрее, потихо будет доползи. Я не могу. Меня не пускает веревочка. Подойди к краешку и прыгай вперед, как я. Подходи к краешку и прыгай вперед. Не прыгай вертикально, вперед прыгай. Так я так и хочу, а он сам цепляется за веревку. Так, дело так, чтобы не цеплялся. Какая все-таки конченая игра. Я на угол зайди. Короче. Ну тебя нафиг ящик. Я сделаю все так. Пусть это и по-тупому.
Побыстрее меня тут окружили, я тут потом ящик сижу. А, я думаю, что там не двигаешься. Демоны окружили меня, я не могу сюда вылезти. У меня обзор не тот, я не вижу, что у меня там позади ящика. Я боюсь, если я вылезу, то меня могут запалить. Nobody even remembers what life was like before. Интересно, смогу ли я сделать это? Или мне не хватит сил? Ладно, я попробую. Только не запали меня, ублюдок. Падай. Окей, я попробовал, у меня получилось. Это было криво, но я это сделал. Окей. Так, давай, уходи, молодец. Давай, бегом, 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 бегом. Хватаем, хватай труп, придурок. Есть. Не запалили. Вроде бы, отлично. Тех, кого я хотел убрать, я убрал. И прячем. Отлично. Фу. Так, а ты там где? А я тут, блин, брожу. А, так, ну сюда идти явно плохая идея. Поэтому, ну его нафиг, я только пока заберу и ухожу. Давай, чел, отойди, молодец. Заберу блокад, чтобы он не маячил. Так, тут сколько... Ага, я вас понял, ребята. Один чел, два чела. Убить их по-тихому не выйдет. Потому что они слишком зрячие. Блять. К тебе попасть у меня не получится, потому что мне мешает веревочка. Она слишком конченая для этого. Не, сюда я явно не пойду. Это опасно. Нифига себе, куда ты уже пошел? Извини, я не могу тебе прикинуть трос дружбы. Ладно. Чувак, если ты слишком высоко поднимешься, то ты не долетишь. А как мне прыгнуть на ту сторону? Откуда? Кинь клона. А, точно. Я же могу кинуть клона. Сейчас постараюсь это сделать. Так, клона у меня нет. Ладно, чел, ты там можешь добраться, так что добирайся. Мне, видимо, не судьба. Я расправился с теми, с кем хотел. Мне этого достаточно. Блин, ну ладно. А сейчас пора пришла умирать. О, я жив. Я смог. Изи. Давай, ползи наверх. Так, где за что зацепиться? Да, просто прыги наверх, если ты зацепишься. Изи. Так, а, ты уже со всеми разобрался? Ну, с кем можно было. Блин. Ты куда? Ты куда поперся? Лёха, Раш, ты зачем? Дирижа воля уже улетел. Не, я просто ловушку сделал. На всякий случай. Мало ли. Так, а как мне попасть к тебе? А, вот. Там веревка есть. Так, главное сейчас не упасть. Изи. Фу, какая ж стрёмная эта игра. А дирижабль ты провтыкал. Да, я это не отрицаю. Хуй тебе, блядь. Ты как обычно, да? Окей. Эх,
Дай я активирую его, пожалуйста. That big bitch better have been telling the truth. Знаешь что, может, ну его нафиг, эту, ну, следующую миссию. Может, продолжим, когда же будем более адекватными. Не, давай закончим. Все-таки ты хочешь, да? Да, я хочу это закончить. Ну, давай тогда запишем вторую миссию. Ой. Ладно. Так уж и быть. Дописываем эту, пишем вторую, и все. И отдыхать. Ожидаю клиента. Инициализация профилей. Проще говоря, синхронизейшн. Тим летим! Тим летим! Да хорошенько встал. Без палева. Да, вообще без палева. Никто чисто не заметил огромный челнок, который приземлился. Вообще. Ты мыкал. Какие ж меня там подожди. Погоди, а подделать и угнать дирижабль? А что подделать? Так. Давай. Да блин! Молодец. Задание провтыкали? Нет, не провтыкали еще. Но, возможно, провтыкая. Зная Денчика и себя, это вполне возможно. Так, идем сюда. Полный обход чел делаешь, да? Тогда мы сделаем вот так вот. Не трогай его, Денчик. Если он сейчас пойдет сюда, я его засуну в ящик. Ты идешь ко мне? Или ты не идешь ко мне? Да, ты идешь ко мне. Извини, капитан, пора тебе, баиньки. Good. Now I just gotta wait for the pilot to hear about the new flight plan. Хоть висить! Да у меня, блин, опять арказ заглючил. А, все, я тебя слышу. Мне опять арказ заглючил. Не понимаю, в чем причина. Я уже все сделал, чувак. Че, ты ничего не подделал? Здрасте, я подделал. Ни хрена. Мне до сих пор не отмечается. В смысле? Я только что я все сделал. А, видимо, не нужно было капитана убивать, да? А, не-не-не, все нормально, то я уже сглупил.
Ты не пугай меня так, я думал, может, капитан убил и все. Да не. Хотя проще всех убить, конечно. А, все. Окей, let's go. I'm coming to RCD. Love it. Man comes приятный ветерок. Нифига себе догнали. Right on target. Then again, you'd have to be as blind as a Roby to miss a target. What a view. It's in these woods when we realize how great Mother Nature is. Чу-ч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 у-
один спит, точнее не спит. А тут второй тоже 6, если я правильно помню. Нет, он вроде пока один. И он не спит. Не, я знаю, что он не спит. Снимай его. Красавчик. Пойдем. А хотя не, подожди. Это такие избавиться трупа. На всякий случай. Будь здоров. А ты куда? Нам же это не туда. Я знаю, я просто решил побродить. Счастье этого охранника. Если получится, конечно. Если ты под столом, тогда не получится. Нет, я в бочке. Тоже не получится. Ну давай ты его, если ты рядом. Молодец. Если можешь, помогай. Так, и там еще один стоит. И никуда не входит. А. Прости, друг. Сегодня я жажду. И мою жажду нужно утолить максимальным способом. Well, well. These wouldn't be carnage guys, would they? They got deserter written all over them. Said, you see their bosses, ну, блин, ugly mug, you can't blame them. Ну, чел так манил меня на расстояние под люстрой. Ты понимаешь, что такой шум привлекает слишком много ненужного внимания? Only slightly used and a little bloodstained. Так. Надеюсь, красным не станешь. Нет, красным не стал. Отлично. Не выходи из комнаты. Я и не собирался. Я всего лишь убью еще одного. So you're called Carvo Atona? Я получил дополнительную перку. Отлично. Прячем одно тело. Ты делаешь, блин. Хорошую фигню стрелять. Я зачищаю местность. О, отравить, конечно. Как же не отравить, если есть возможность? Хоть наверху лазит, тут внизу самое веселье. Иди нафиг, я пытаюсь выполнить дополнительное задание. А-а-а. Ну, делай. Но я тут брожу, пока могу. Если же дают возможность, почему-то не воспользоваться. Логично? Логично. Вынужден не согласиться. Ух ты, какое стрёмное место. Давай. Ага, здесь мы уже были. Так, а ты где? А, ты там. Ты не иди пока по основному заданию-то. Да, я пытаюсь сейчас немножко дополнительное.
То есть этого ублюдка убрать. Я тоже хочу одного убрать. И это, возможно, сейчас сделаю. Да, он походу к сундуку, где-то я могу его по-тихому убить. Или не к сундуку. Блять, боя. Поверху. Хули не пройду. Смотри-ка, пройду. Да, все-таки к ящику. Мог бы его убить. Ладно, кто ж знал. Блин, да какого хрена ты сюда-то пошел? Блин, да какого хрена вас тут двое? Как же... О, ты еще и прислонился. Ладно. Вот теперь ты меня реально немножко достал. Так меня бесит, блин, стоят тупо на одном месте как дебилы. Ну ладно, стойте как дебилы, сейчас я бы поодиночке, блин, буду всех. Тихо, погоди, так, на второй этаж ко мне не суйся, я тут сейчас со всеми разберусь. Ты ко мне не суй, я тут тоже, блядь. Одного спящего. У меня тут личное дело. У меня тоже. Отлично, иди ко мне. Ты просто обязан быть в этом ящике. Ящики любви и понимания. Иди ко мне. And that's number two. Молодец. You are Garrett. Он меня реально достал. Where'd you steal that one from? Иди сюда. Все. Спать. Так, теперь ты. Теперь твоя очередь, падла. Извини. Все, у себя я закончил. Конец, но я не запалил. Так, тут мы уже все. А нет, не всех мы зачистили. Ты что, там решил твой корабль что ли зачистить? Да. А ты что, ты имеешь против? Только дело даже не кидай люстры. Делай все по-тихому, не привлекай лишнее внимание. Да я и стараюсь. Я и стараюсь все сделать максимально тихо. Ты же меня знаешь. Вот это и заключается одна большая проблема. Ну, короче, на записи посмотришь, как я тут сейчас всех аккуратно. Просто аккуратно. Так, давай, иди ко мне, пупсик, иди в объятия своей смерти. Смерть сидит под столом. Я вижу твой пах. И она готова засадить жало в твой пах. Чувак, это не культурно. Чувак, надо уважать чужое достоинство. Чувак, ну я же не говорил, что тебе сейчас хуй отрежу. Ладно. Я же этого не произнес. Ладно, принимает. Я что склон ты сказал. Ай-яй-яй, я провтыкнул. And that's the last. I can't wait to see the look on Hypocket's face when I bring him to her. А я заныкал. Фух, все. Походу, да. Я зачистил абсолютно весь корабль. Но это не точно. Нет, не угадал. Еще один. Да? Ух, блин! А, вижу его. Надеюсь, меня не увидит. Я хочу кое-что сделать. Да как ты меня увидел? Да я ж невидимкой был. Наивный, ты думаешь, это работает? Капитан еще один. Нет, это не капитан. А, да, это капитан. Блин. Сука, да. Он мой. Пиздец, приходит неожиданно.
Погоди, ты умер специально, чтобы возродиться здесь? Нет, я умер, потому что сглупил. А, ну ладно. Отдохни, капитан, в своем кресле. Ладно. Спасибо, что сделал мне подставу. Спасибо. Просто огромное пожалуйста, спасибо. Пожалуйста. Обращайся. Всегда рад помочь. Жалко, что нельзя убить. Это было бы нелогично, но зато иногда практично. Ну, я вроде всех точно зачистил. Теперь, надеюсь, тут больше никого не осталось. Но это не точно. Но вроде бы точно все. Ох, перчик. Ладно. Переходим на следующий корабль. Ты решил целый корабль, что ли, зачистить нахрен? Да. Ладно, давайте уже будет позже. Ты же меня знаешь. А, я вижу, ты уже тут тоже постарался. Двигаемся. Так, из бочки убить нельзя. Жаль. Было, так это странно. Нельзя просто из бочки выпрыгнуть и убить. Новые. Разработчики, видно, об этом не подумали. Не обязательно же в нычку все засовывать. Так. Я так понял, у нас тут целых три корабля, или это один корабль? Только какой нет, огромный? Один корабль просто сделан из двух частей, а. Еще из трех частей. Я понял. Ты думаешь, это у меня глюки или что? Так, ладно, зачищаю среднюю зону. Давай, я пока колокол сломаю. Там наверху один чувак, ты можешь его грохнуть? А где, у меня? Да, вон, да, он там смотрит. А, вот он ходит. Да, можешь его угрохать, а то я не могу из-за него колокол снять. Подожди, а тот, что внизу у меня? Я не знаю, как у тебя, но ты в 19 метрах от меня. Он такой там стоит на краешке. Все. Через бордюр смотрит такой вдаль. Ща. Никого нет? Никого? Так побыстрее. Да, так не да, ты к нему подходишь. Ага, спасибо. Еще один капитан. Ну или что-то в этом роде. Или, да. Или рулевой. Сигнализацию я снял. Мы тут зачищаем. То есть зачищаем такой весь корабль, да? Да, абсолютно. Какой ты жестокий. О, тут отмычка нужна. Ну ладно. А у тебя что, нету? Есть. Просто я думал, можно просто открыть. Да как ты меня запалил-то? Да, да, зря только потратил. Ну да ладно, позже еще возьмем. Так, тут в этой зоне, я так понял, ты уже всех зачистил. Так, теперь надо мне попасть наверх снова. Мне надо снова наверх. Что это сейчас? О, да, подожди. Блин, наверх, давай. Так, кто-то идет? Кто-то, кажется, шум издал. Ну да, я побегал чуть. Понятно. Так, ты поднимаешься ко мне, да? Или нет? Кто мог сделать это? А, понятно, трупак нашел. Ты ж там не все трупы задвигал. Where is he? Ух ты, как ты хорошо идешь. Ты забежишь ко мне в ящик или не забежишь? Нет. До свидания. Фу. Просто тотально и эпично. Идем в нижнюю зону. Ядрён! Что, опять? Я не так прыгнул. Как ты красиво все. Окей. Удачно ножка твоя упала. Хватит тебе блевать. Пошел нахуй. А, понятно.
Здесь тоже все поломал. Так, здесь у нас кто-то есть. О, бля, это же основное задание. Я только сейчас заметил. Открываю, вижу, а. Нет, не то. Я не знаю, ты там все зачистил, но то. А, нет, не на той части, наконец, не все зачистил. На том я даже не был еще. Чувак, тут двое броет, ты мне нужен. Сейчас я иду. Настолько, насколько могу, настолько иду. Он меня лагает. Это хорошо. Уже не лагает. Чедрём! Шмара тупая. Сикат надо. Наверху двое. Трое. О, уже трое. Стой. Красавчик. Это точно не я. Чё? Так, не иди вниз. Не вздумай. Не надо вниз идти. Молодец. Нет, не ко мне же иди. Так, я заберу того дальнего. Сложно, но можно. Один готов. Ага, я понял. У вас двух сторон. Ты сюда, да, а я туда. Тихо, они к нам идут. А на той стороне еще, на том корабле он ходит один. Ух ты ж, блин, скотина такая. Ну что делаешь? Да ну зачем? Я привлек внимание, чтобы можно было как-то хоть как-то их отвлечь. Ты сейчас меня заметил, эти? Так. Да блин! Как-то неудобно кинул одна. Меня что ли увидели? Или что? Не-не-не. Не, он, походу, пошел факел палить. Ублюдки. Подлечись лучше, чувак. Это последний, больше нету. О-о-о. Тихо. Меня нет. Идеальный стелс не получился, ну и хрен с тобой. Блин, он круги нарезает, это меня бесит. Ладно, я пошел отсюда, не скинешь ты меня. Трое всего ходит. Блин, да куда ж ты вниз побежал, идиот? Куда? Ко мне. Может его избавиться? Конечно. Это судьба. Так, осталось трое. Фу. Это жестко, но можно. Главное только еще выше подняться, и тогда все будет изи. Так поднимайся ко мне. А как же? Теперь главное все сделать по-тихому. Теперь мы знаем, что осталось трое. Где вы?
Где-то на лестнице, но я не вижу. Вы же обязаны быть где-то здесь. Путите. А, вот ты где, блин. Они на самом верху, да? Один нет. Один тут. Я от него сейчас. Бесят. Окей, где еще один? Наверху. Здесь что ли? Я пойду. Ой, еще трое. Чувак, ныкайся. Ныкаюсь. Еще трое прилетело. Я обойду с другой стороны. Ага, вот они где. Чувак, поаккуратнее, поаккуратнее. Там их трое, не надо. Так, один идет типа ко мне. Минус. Ты от одного избавился, да? Красавчик. Двое. Так, я иду к следующему. Главное, чтобы давай получилось. Я займусь тем, кто возле дирижабля, лучником. Ага. Я иду за ним. Готов. Да, я иду за ним по его следу. Мой готов. Фу. Обожаю зачистку. Готово. Молодчик. Все чисто. Идем по основному. Так, я помню, что на том корабле еще один ходит. Переходил. Вот там с краю. Еще один был. Ну, я думаю, его можно простить, отпустить и простить. Поэтому хай живет. Скажи, да я основной дверь открою, пожалуйста. Ну ладно. Немножко ранился, ну да ладно. Так я не понял, нам сюда или нет? Нет, нам, не сюда. Нам еще ниже. Ну да. Кажется, вот здесь. И еще ниже. Да куда уже ниже-то? Тупик. Я хочу эту дверь открыть. Все. Бля, тут еще одни. Где? Тут еще тут, есть? Тут их двое. Да, тут их двое. Погоди, я иду. Ты знаешь? Я за любой кипиш. Где они? Да, их тут двое. А я что, всех убил, тут не взялись. Они еще воскресли? Видать, ты их пропустил. Или, видимо, я именно в этом месте не был. Так, они тут ходят кругами. А. О, привет. Давай, делай же со вторым что-нибудь. Молодец. Я уже думал, вот теперь все. Точно все. Теперь точно все. Так, я там уже открыл дверь к сюжету. А, ну. Тут кто-то есть? So now what? I'm gonna crash in singing happy birthday? Sneaking into the little trap door above the entrance is more my style. Через небольшое окошко. Ну как скажешь. Фух. Делаем дело. Они мои гордые. Get out. As you wish, sir. You seem to have grown even smaller, little mouse. The hell with you and your bullshit magic. A talking goblin, eh? Yeah, I can talk. Fuck you! Can you change into a sandwich? I skipped lunch.
Your resistance is remarkable. Nothing personal. Oh, so you're using amber, are you? In fact, it is personal. What's going on? A goblin! He stole the scepter! Alarm! Alarm! I will find you, and I'll shove that scepter where the sun don't shine. Да. Мне интересно, если мы всех убили, то кто здесь тогда? Согласен, но мы уже все убили, так что все, один на выход. Ну давай, нет, иди. Или... Что, живые есть? Да. Похоже, ты был прав, кто там на краю стоял. А, один все-таки есть, да? Ну да, ладно, плюнь на него. Погоди, где он? Где он? Где он? Да, все-таки он. Ну я сказал, что там один есть. Я его видел. Ну ладно, одного можно простить и отпустить. Ну и хрен с ним. Как же этот корабль неудобно сделан? Ой, не говори. Ладно, если ты имеешь возможность, то давай, тикай. Тикаю. Shape-shifting elf and a thief. Well, I hope that Heledrin will believe this. Да, интересно, как он будет все объяснять. Сейчас посмотрим, про какие заставочки ты говорил. Да, ну что, готов? Сейчас мы давай. Еще одну миссию. Сейчас, погоди, я водички возьму, и мы продолжим, зритель. Нашу гордость.